Короче, нас завели в какую-то комнату темную. Очень быстро на английском что-то тут рассказывали. И спрятали. Greetings, everyone. My name is Anya. I'm the digital president of the Museum of the Future. Аня на русском. Welcome to my home. Like everything you see here, I was envisioned by the Dubai Future. О, короче, портал открыли. Идем мы, короче, с космолет какой-то. Я так подозреваю, это какой-то лифт. Короче, летим с планеты Земля на планету Сириус. В созвездие Ориона. Короче, взлетаем. Летим. Прикольно. Дубай-крик. Что-то там они снимают. Хорошо пошли. В стратосферу входим. Подлетать будем? Да, подушки должны быть. Смотри, красотища. Короче, высоко взлетели. Полет нормальный. Засосало куда-то. Прилетели. Сейчас будем выходить. Я их не собирал. Станция Мир. Я сделаю. Так, прилетели на Марс или на станцию Мир, непонятно, куда-то нас приперли. Все в красном. Это лифт. Лифт? Это нет. Там какая-то планета крутится. Ух ты! Вот эта штука. Короче. Смотри вниз. Короче, перевожу. Через 30 лет жизни на Земле не будет. Они нам предлагают вот такой расклад. А? Марс. Где мы? Солнечная система, однако. Наша. Короче, здесь какую-то лису, собака-лис со мной пытается пообщаться. О, енот. Заперли его в каком-то скафандре. Прикольно, Вася. Деревья. Какие-то
тоже шмакодявки плавают. Или это не... Короче, это какая-то карта. Это план атаки. Одной галактики на другую. Есть вероятность, это то, что нас собирается убить. То ли протез, то ли что-то. Сюда тоже лучше не залазить, этот скафандр. Перспективки не очень хорошие. Скафандр для собаки. О, меня уже одели в этот скафандр, гляди. Ой-ой-ой, привет, Вася. Шарапов, ты свою морду в скафандре видел, а? Ё-моё, жестко как. Короче, это от Юдашкина. А поговорить. Зашли еще в какой-то лифтик. Короче, куда-то нас дальше тащат. Нам же скафандр одели. Жопа. Сейчас будем ходить. Ну что, возвращаемся опять на землю? Да, о, смотри. 50 лет. Вот туда. Вот сюда. Опа. Вот туда. Здесь где-то Россия, кстати, под нами пролетела только что. Ага. Вот он, Байконур будущего. Вот, вернулись через 50 лет с космоса, здесь девушка из Грузии, оказывается, по-русски разговаривает. Поперли вниз. Ой-ой-ой, слушайте, тут, о, здесь какие-то лифты интересные летают. Короче, вот так вот эта штука выглядит изнутри. Это арабская вязь. Короче, вернулись, а в Дубае уже все по-другому. Ой-ой-ой, летает все. Что-то она постоянно что-то рассказывает. О, красиво. Короче, теоретически сохранили они природу. Все будет нормально. Вот это куда мы попали? Здесь. Короче, Ноев ковчег. Вот что это. Это Ноев ковчег. Сколько здесь? О, шмакодявки, лемурчики, обезьяны, крысы, это кролики, ой-ой-ой, каждой твари по паре, вот так вот, гигиена здесь тоже пригодилась, человеки пригодились все-таки в будущем. Вот он, как ковчег будущего выглядит. Пойдем прямо. И деревья тут, и цветы. И все здесь. Черепахи, крокодилы. Ой. Так, ищем голубей. Фазаны есть, все нормально, зачет. Ути есть. О, вот они, голуби. Все на месте, все хорошо. Тут даже эти товарищи вон есть, всяко раз. И маленькие голуби тоже есть. А этих гадов зачем с собой взяли? Все портить будут. Ладно, тоже пригодятся. Попугаи. И на месте. Короче, а вот комаров и мух можно было не брать с собой. Всякие мухи дрозофилы, вот они нам там нужны в будущем, а? И блоху тоже можно было оставить с собой, не брать. И вот этих товарищей тоже, не знаю, как они называются. Все это лишнее в будущем. Ну, морская медуза. Вот, мне кажется, эту гадость вот точно не нужно было. Я не знаю, как она называется, но она нехорошая. Пальмочки, елочки. Вот они, пальмочки. Короче, все нормально будет. Не боимся. Это что такое? Кто-то рассказывает, но точно не на русском. Короче, вот, скорее всего, это что-то
инкубационное какое-то выращивание чего-то. Я же понял, не собираются они нам в природе давать это выращивать. Будем все в инкубаторах выращивать. Это опять какая-то гадость. Блин, хотят все-таки дряни разводить. Так, любители муравьиных ферм, они будут. Только будут не муравьи, а вот такие жучки. Короче, предложили лифт не ждать. Лифты в будущем очень долго ждать нужно. Идем с китайцами вниз пешком. О, короче, там где-то внизу тачки будущего. Это не будущее, а вон там будущее. Короче, стоим и думаем, что бы это было. Если кто-то знает, можно в комментариях написать. Блин, я понял, это хамам будущего. Какие-то зазеркалья. Ух ты, как прикольно на полу. Мек. О, смотрите, она полы двигаются. Шаволится. О, гравитация. То есть антигравитация. Дай-ка покажу. Надя, летит, никого там ничего нету. Только стучать по ней не будет. Вот это я ее порвал. Ух ты, она еще и пахнет чем-то. Again, smell again. Anyone can tell me the scent? Короче, здесь для находки место. Короче, тут сплошные глюкофоны. Короче, на определенной высоте током бьет. Энергию чувствую. Вот ниже нету, меньше. Опа, прям как сопротивление какое-то есть. Вибрация воздуха. Тут вот это глюкофон. Становимся здесь. Вот это он разгазовывает. Этот звук нужно слышать вживую, очень глубокий. Вот это он прокачивается туда. Короче, там дали понюхать грибочков, потрогать, пощупать, и вот они последствия. Все. Короче, народ грибов нанюхался, звуков наслушался, и все, штырит. Короче, нулёк я, и чё, ничего не понимаю, что происходит. Короче, я понял, надо орать вот на ту трубку, а от твоего звука идет вибрация по воде, вон там. Короче, это гигантский микроскоп. Показывает, что там в воде плавает. Если туда что-нибудь кинуть, наверное, отражение будет совсем другое. Галёники закончились. Короче. За $60, короче, лифта не дождешься в этом музее. Приходится на 11-м маршруте чапать с 6-го этажа. О, а, нет, вон он ездит, но очень редко. Вот он. Лифт гиперлуп поехал. Туда, сюда, сюда. Короче, через 50 лет мы не нужны уже. Товарищи уже покруче нас нарисовались. По-русски умеешь говорить? I'm afraid I don't know the answer to that question. Не-не, нужно учить русский. Русский учить нужно. Короче, по-русски они так и не научили роботов разговаривать. The way that humans need oxygen, water and food to survive. I am not alive. But I need a permanent power supply. Короче, ей задают вопросы, она только на английском умеет отвечать. Тачка интересная какая-то, непонятная. Кстати, вот такими велосипеды будут. У них получается ось вращения вот так.
А вот это вот будут, я так понимаю, такси будущего, которые будут летать без колес. Ничего себе, в руках даже камера есть. Короче, я так понял, собаки все вымрут, будет вот альтернатива предоставлена. Птички, если все вымрут, тоже вот нам сокола придумали интерактивного. А вот это я так понял, если у кого на такси денег не хватает или в пробку встал, вот эту штуку напялил, тапку в пол или там пальцем куда-то нажал и полетел на работку. Это, я так понимаю, доставщики у них товаров. Так, ну с дронами, блин, пришлось познакомиться намного раньше. Это вот наркотики будущего, я так понимаю, водоросли. Коралл-морал, непонятно для чего они его сюда поставили. Сейчас. Я так понял, и все. Больше нам ничего не расскажут.